Осталась неделя до проведения республиканского всенародного референдума. Жители Курчумского района планируют принять активное участие в голосовании. Ведь от голоса каждого из нас зависит будущее нашей страны. Уже через несколько дней пройдет масштабное событие, которое коснется каждого казахстанца. 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию. Очень важно, чтобы все жители страны проявили активную гражданскую позицию и пришли на референдум. Казахстан активно развивается, а вот по какому пути наша страна пойдет дальше, будет зависеть от каждого из нас. Поэтому всем необходимо прийти на референдум и сделать свой выбор. Жители Курчумского района уверены, что референдум покажет тот путь, по которому в дальнейшем пойдет Казахстан. И при принятии такого важного для страны решения необходимо, чтобы каждый житель республики оставил свой голос. Нужно, чтобы все проголосовали, ведь от этого зависит наше будущее. Ведь именно от нас зависит тот путь, по которому мы будем идти. В таком судьбоносном для страны событии, как референдум, важен голос каждого казахстанца. Ведь именно на предстоящем голосовании жители республики определяют дальнейший путь развития страны. Ирина Санникова, Мирас Курмангалиев, Ерсейн Сатыбаев, Алтай Акпарат.